Ну после Ирины Белой. После что? После Ирины. После Иры говорю. После Иры. После Иры? После Иры Белой. А, после Ирины Белой. А, ну да. Оно не конкуренция, да? Я как раз, да. Не сушит этот фермер, не знаю. Да я знаю, не сушит. Он даже стекло не сушит. Это смокрое, оно тоже сушит. Да. Ну что, сыграешь? Да. Ресницы не плачьте, так хочется верить, что ты небольшая для сердца потеря. Классно. Оп. 602. Что ты кушаешь там? Я? Не очень сама знаю, но это похоже на конфету. Это как пудинг какой-то. Ну, я выбирала все такое, чего я не знаю просто. Это брынза, наверное. О, ну блин. Темно здесь. Как я сейчас в туфли влезу, мне интересно. Нога просто немножко. Татьяна собирается на мастер-класс, да? Ну, сегодня утром мне позвонила. Я сейчас сплю, ну я привет, я привет. Я вам... Значит, мне не отвечает. Я думала, я тебе ответила. Я, знаешь, уже думаю, как бывает, еще и третья? Да. Есть толстые, черные, у нас не светлые девочки. Еще это из России, если у нас есть варец. Да, они у них маленькие и ровненькие. Дальше идут, например, славянская внешность, это наша внешность, с которой мы в основном работаем. У вас тоже достаточно таких много ресниц, мы чем-то между собой с вами похожи. У нас тоже... Славянец – это русима, это бейрим. Ашкеназим, нахуй. То есть средняя длина нашей ресницы натуральной – это от 10 миллиметров. 10-11 миллиметров – это достаточно, можете сравнить. Разделяется на несколько критериев. То есть это то, чем мы можем привлечь нашего клиента для нашего наращивания. Первое, что самое важное для клиента идет, это может быть у людей, у которых очень слабые сосуды, у которых повышенный сахар, у них тоже сосуды быстро краснеют. Не только могут в глазах, глаза могут быть восприимчивые, чувствительные к свету, к солнцу, но это в основном у людей, у которых очень слабые сосуды находятся на поверхности. Это сделать очень сложно, с пучками нужно будет тренироваться. Здесь нужна настойчивая работа. Здесь надо чуть-чуть работать, будет вам отрабатывать именно отдельно эти пучки. Физически, даже если мы будем брать толщину 0,03 и делать из пучок из 20 ресниц, физически ножка уже не будет соответствовать плотности натуральной ресницы. Так, все берем ресницы. Захватываете реснички и снимаете их как вверх и на себя. У вас получается широкая ножка, которую вам нужно сузить. Закрываем. Закрываем. Из гиритой, да? Из гиритой. Торгим это медленно, торгим это медленно. И тогда у нас видно хорошо. Да, заруим, как коля. Хорошо просматриваем. Сейчас, сейчас, сделаем. Пальчиками помогаем себе, убираем воды. כן, כי אני לא יודעת כמה זמן, אז כמה? מה בערך אני חושבת חצי שעה, מקסימום אני אשאר. Ну, вот тут внешние углы неплохо. Девочки, я вас всех поздравляю, желаю вам удачи. Я знаю, что наращивание ресниц это очень тяжелый труд. Те, кто думают, что да, что-то там цепляется ресницы, это все ерунда, потому что тут надо очень много желания, вдохновения и стремления для того, чтобы научиться делать совершенно эти пучки. Запомнила? Я вас поздравляю, это подарочки. Это новый клей, тот, который магнит. Okay. Такого клея еще нету, это пока не единственное. А, дега кази одайн локаям, зе рак дугмит.
לדבק ממוגנת. מה זה, אתה משהו חדש? Он подтягивается к реснице, что? Обычно? Да, пользуйтесь обычно. Это единственное, он достаточно очень быстрый. У Майи дай. И он, когда вы дотрагиваетесь к реснице, он сам как бы подтягивается. У Туфестер как магнит срабатывается. Магнит. Вау. Или энергобзуг и одание в полгод, конечно, вот им... Она спрашивает, нет ли у тебя в парадне дать еще одни руки, которые будут тебе делать? У меня есть волшебная палочка, которая наколдовала ресницы, сами сформировались, запрыгнули в клей и запрыгнули на ресницы. Я даю, конечно, макет к самим, что это сайта абракадабра, вы заливают куфец на тох одеток, вы заливают куфец на ресницы. Ну, это за... Ну, и где это? Она в разработке, она пока в разработке. Да, дай бы чихну. Может быть, каждый номер. Давайте мы все вместе сфотографируемся, да. И потом каждая по отдельности, да? Мы ставим курану выехать, а фрезы колеха бенефрэнд. Да, давайте. Yeah.